Приветствую подписчиков своего канала, и в данном быстром видео я хотел бы познакомить вас с таким девайсом, как Powerbank из Xiaomi на 5000 мАч. Данный девайс заказывался не для себя, а в подарок, поэтому в максимально быстрый срок постараюсь о нем описать и рассказать свои впечатления. Хочу также предупредить для покупающих различные устройства Xiaomi, соответственно, ни чехла, ни чехлов, а каких-то еще более дорогих, в данном случае Powerbank, всегда сзади есть и штрих-код, который, если вы сотрете, зайдя на сайт, который указан здесь, и введя его там, можно удостовериться в том, что насколько оригинальный данный девайс. Также был заказан к данному пауэрбанку оригинальный чехол. Этот пауэрбанк стоил, если я не ошибаюсь, 12 евро. И сам чехол в порядка 2-3 евро. Все ссылки на товары я укажу, соответственно, внизу этого видео в описании. Давайте распакуем, посмотрим, что из себя они представляют. Итак, вне видео я уже распаковал сам чехол. Выполнен в виде кармашка, то есть сюда вставляется сам Powerbank. Выполнен очень достаточно качественно. Здесь у нас логотип Xiaomi. По шву достаточно все хорошо. Видимо, это проклейка. Видно шов нитками, чтобы не разорвалось. Тактильно выглядит прорезиненным кармашком с такой ворсистой текстурой. Не знаю, как описать, но на ощупь очень приятно и, что самое главное, не скользит. Данный Powerbank имеет емкость 5000 мАч и, судя по дате, изготовлен буквально 10 августа 2015 года, то есть совсем недавно. То есть на момент видео ему немногим более месяца. А теперь же я следующим этапом распакую Powerbank, но снимать на видео я не буду, как я буду распаковывать, я уже покажу момент, когда я распакую. Вот и сам виновник этого видео, это Powerbank на 5000, еще раз напомню, от Xiaomi. Выполнен очень классно, то есть он настолько тонкий, что ну прям хочется себе такой тоже приобрести. То есть для сравнения я хотел бы сейчас показать значит, данный Powerbank, Powerbank, который использую я в повседневной жизни, это на 10000 мАч. То есть, наверное, разница просто видна на камеру очень хорошо по толщине. Правда, он длинный, но в то же время такой Powerbank, он, конечно, больше по размерам в длину, но, скажем так честно, в руке он ощущается более приятный, не так одикачает руку, и в любой женской сумочке он поместится, ну, очень хорошо. То есть, можно сказать, что если данный Powerbank для женщины еще под вопросом, ввиду его тяжести, ну, как тяжести, 200 грамм это не так тяжело, то данный Powerbank очень рекомендуем к покупкам тем, кто любит часто передвигаться и не хочет с тобой носить тяжелый гаджет. Также данный Powerbank комплектуется такой вот брошюркой на китайском языке. Здесь же указывается, что необходимо стереть защитный код для проверки оригинальности данного девайса, а также маленький микро-USB на USB кабель, то есть для зарядки как самого Powerbank, так и смартфона. Теперь давайте попробуем засунуть данный Powerbank сам чехол, посмотри, как это все выглядит. Процесс достаточно, он туго входит, скажем так, очень туго, может быть, конечно, первоначальное ощущение, но с тем же самым условием могу сказать, что, соответственно, он не выпадет у вас при малейшем его движении. Вот я сейчас переверну, и он не упадет, причем я не сжимаю сильно чехол, я просто его держу руками, то есть легко поддерживаю сам чехол. Ну, что сказать, тут огромный плюс. Огромные 5 с плюсом, скажем честно. И учитывая, насколько он приятно сделан, насколько он тонок, и что можно купить такой чехол, приятного просто на ощупь, ну, наверное, не рекомендовать его к покупке я просто не могу. Еще учитывая то, что он сделан в алюминиевом исполнении, так вообще, мне кажется, что лучше, наверное, варианта нету. Как мне и показалось, вне видео я его вытащил из чехла, и могу сказать следующее, что при ежедневном использовании из чехла он будет выходить более мягко, то есть пока новый чехол, вылезает, честно скажем, данный Powerbank нехотя. Потом, скорее всего, будет полегче, но не думаю, что будет критично и он будет вываливаться. Итак, перейдем сразу к следующему сравнению моего текущего смартфона. Я уберу, чтобы не было видно. Данного смартфона, это в данном случае у нас LG G4, кто не знает, к толщине данного Powerbank. Ну, скажем честно, по толщине очень похожи. Давайте я фокус наведу. То есть, ну скажем, чуть-чуть может уступает Powerbank в толщине. По высоте практически как, ну, хороший смартфон 5-дюймовый. По ширине же он практически повторяет, хотя нет, пол сантиметра не хватает ему ширины до LG G4. То есть хороший компаньон для тех, кто всегда путешествует
и не хочет, грубо говоря, отягощать свой карман каким-то тяжелым девайсом. И в заключение хотел бы сказать, что посылка шла с GearBest почти месяц. Это самая долгая посылка с данного ресурса, который я когда-либо получал. Но в то же время получил я его на руки, то есть я не ходил на почтовую службу, то есть принес мне кулер самой почты, что приятно, то есть я сэкономил, во-первых, время. Что еще могу сказать? По такой цене, возможно, выбора как бы и много, но я бы не советовал выбирать другие, учитывая мой опыт с гаджетами Xiaomi, которым я очень сильно доволен, каких-то нареканий мне вообще не возникает, то я бы очень сильно рекомендовал это к покупке, учитывая, опять же, вес, характеристики, дизайн, ну, цену, как бы... Другого, наверное, варианта здесь просто посоветовать очень сложно. Если понравилось тебе это видео, то ставь лайк, подписывайся. На данном канале будет еще много видео с разными гаджетами. Данному пауэрбанку могу сказать, обязательно приобретайте. Ссылку я, опять же, оставлю в описании к этому видео внизу. До новых встреч. Приятно, что вы смотрите мой канал.